Более 20 тысяч тонн отходов переработано за год мусоросортировочным комплексом «Эко-Сити». На его территории размещен цех по мусоропереработке и единственный на юге Республики Башкортостан лицензированный полигон для захоронения ТБО 4 и 5 классов опасности. Комплекс «Эко-Сити» мощностью 200 тысяч тонн рассчитан на обслуживание Стерлитамака, Ишимбая, Салавата и прилегающих районов. За день в комплекс поступает более 50 тонн мусора. В цехе установлены две параллельные линии с прессами для брикетирования. Здесь отходы разделяются по видам вторсырья и отправляются на вторичную переработку в специализированные предприятия. Несортируемые отходы прессуются в максимально уплотненные брикеты. После сортировки в основном остаются это пищевые отходы, которые имеют свойство разлагаться, значит, и уменьшаться в объемах, и наносят наименьший вред окружающей среде. Брикеты с несортируемыми отходами отправляются на полигон ТБО площадью около 14 гектаров. Он состоит из 7 котлованов. Сейчас заполняется первый. Полигон ТБО сам непосредственно предназначен для размещения как отсортированных отходов, так и крупногабаритного мусора, который в свою очередь измещается, вот вы это видите, здесь непосредственно на установке, которая называется шредер, на мелкие щепки. Регулярно на полигоне твердых бытовых отходов следят за уровнем загрязнения окружающей среды. Аккредитованная лаборатория ежемесячно проводит замеры выбросов в атмосферный воздух, мониторинг почвы и сточных вод, снимает пробы. Вся деятельность «Эко-Сити» направлена на снижение экологической нагрузки на окружающую среду. В первом квартале проведены все замеры, и превышений никаких нет. То есть никакого негативного воздействия полигон захоронения отходов на окружающую среду не оказывает. По данным руководства мусоросортировочного комплекса «Эко-Сити», в скором времени начнется строительство второй очереди проекта – завода по переработке вторичного сырья. Будет создано более 200 новых рабочих мест. Татьяна Захарова, Влад Щетинин, Стерлитамак, служба новостей.